Друзья, всем привет! Так, сегодня мы сделаем одну интересную насадку нашего повертка, которая, как скажем, имитирует своего старшего брата, и при этом имеет неплохие характеристики. Я рекомендую всем посмотреть процесс и, может быть, еще поправить меня, ребята, вот и все, я начал.
как имитация взрослого брата поршневого. Да, все прекрасно работает. Понятно, что маломощный он. Вы не сможете накачать ему какое-то колесо, там, какую-то покрышку, камеру, мячик. Но как для ознакомления, ну, я считаю, что используется вариант побаловаться. Ну что ж, ролик получился, на мой взгляд, прикольный. Может быть, у кого-то даже это более серьезные мысли. Поэтому дерзайте, ребята.